Этот проект почему-то называется «Школа интеллектуалок», хотя направление, в котором развиваются юные слушательницы курсов, носит эстетический характер. Пару месяцев девочки проводят в окружении хореографов, педагогов актерского мастерства, стилистов и фотографов. И все это заканчивается выпускным, где демонстрируются полученные навыки. Показывают они три основных дисциплины, которые у нас в школе проходят. Это дефиле, актерское мастерство, ораторское искусство и танец. Можно открыть что-то в ребенке и во что-то его влюбить. И это интересно, потому что все дети разные, всем интересно разное. И тут как раз вы можете посмотреть и узнать что-то про ботанику, и потанцевать, и фотопозирование, и историю искусств. И некоторые дети уже могут определиться, в какую сторону им двигаться. Мы здесь научились прям быть настоящими леди. Вот этому учат стильно одеваться, ходить по подиуму, хореографии. Мне здесь очень нравится. Тут много можно интересного узнать, с педагогами многими познакомиться. Когда я вырасту, я стану отличным человеком. В этой школе процесс обучения проходит незаметно. Дети с удовольствием ходят на занятия и быстро усваивают материал. Сейчас современные дети очень загружены, они постоянно что-то чем-то занимаются, они много чем занимаются. Но наши занятия для них, можно было сказать, что только отдушина. Конечно, это нагрузка для родителей, спасибо им огромное, но это их вклад в развитие детей. И школу нужно открывать по городу не одну, две, а несколько, 10-20, потому что, ну, девочек нужно учить правилам хорошего тона, этикету, как правильно одеваться, и, ну, чтобы стать действительно настоящей женщиной. В нашем материальном мире с большими объемами потребления очень ценное качество – умение сочетать вещи в гардеробе. Какую лучшую одежду носить, какая из них уместна на танцы, какая на спорт, какая на праздник. То есть мы вот это проходим с самой младшей группой, а со старшей группой мы уже прям разбираем тренды, то есть они прям уже как абсолютно взрослые люди, собственно, рассказывают и показывают, на собственном примере оценивают нас. Они очень любят разбирать наши наряды. Это вот, собственно, наша практика такая мини в рамках занятий всегда есть. Образование – это не только навыки в области точных, естественных и гуманитарных наук. В наши дни, помимо этих знаний, очень важно уметь, что называется, правильно себя подать. А эта способность складывается из уверенности в себе, манеры поведения, артистизма и чувства стиля. Все это лучше изучать с ранних лет.